На Черкизоне мы как на зоне сидим по 122-й. Летели птицы из-за границы, ночами снились нам порой. Мы ждали лета, но нет билетов в вокзальных кассах и шурма. Не лезет в пасти, что за напасти, весь мир гламурная тюрьма. Поезда идут на Урал, при вокзальном сортире я быстро просрал. На перрон я вошел, как в зрительный зал, но споткнулся и в грязную лужу упал. Потом долго ходил и искал свой вагон. Номера перепутаны, будто бы сон. И найдя свой последний плацкартный приют, лег на койку в надежде, что здесь не убьют. Стоял в дымке наш красно-белый вагон, и приятный сосед начал чадить самогон. Он сказал, что куда-то выходит с утра, а еще что здесь не подают фуагра. И я бывал в различных красивых местах, но ни разу не ездил в простых поездах. Был на Кубе, Мальдивах, был в Сочи, был в солнечном Бали. Нет, ребята, там меня не ебали. Как-то раз в Израиль меня занесло, правда, там ортодоксы разбили ебло. Поезда уезжают все дальше в Сибирь, машинист, как слепой по воды, нас увозят все дальше и дальше от теплых морей. Мы чувствуем это острее и острее. Я Россию увидел в пролете окна и подумал, какая большая страна. В поездах я узнал, что из Тулы, Ижевск и Саранск, как в Монако, здесь можно играть в преферанс. Мои чуткой любви к России теперь не унять. И я подумывал даже в Анадырь на вахту сгонять. Поезда будто там выходят в багряный рассвет, и цыганские дети смотрят нам вслед. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где горят паруса. И глаза, глядя те бесприютной тоской, багровеющие небеса. Ла-да-да-дай, да-да-дай, ла-да-дай, да-да, ла-да-дай, да-да-дай, да-да-дай. Ла-да-дай, да-да-дай, ла-да-дай, да-да-дай, ла-да-дай, ла-да-дай.